Морозные выходные без осадков. С началом декабря во Владимир пришла зима, но пока без снега. Синоптики сообщают, что в субботу и воскресенье в области ожидается гололедица. Ночью в отдельных районах температура понизится до минус 15 градусов. В региональном Роспотребнадзоре жителей призывают утепляться, потому что переохлаждение снижает защитные силы организма к респираторным инфекциям. Касается это и коронавируса. Один из самых популярных вариантов верхней одежды зимой – пуховики. На сайте Роспотребнадзора выложили памятку для граждан, как выбрать комфортный и качественный. Специалисты напоминают, дороже не всегда лучше. Обращать внимание нужно на качество конкретного изделия. В первую очередь обратите внимание на простежку пуховика. Чем больше площадь простежки, тем меньше вероятность того, что пух в процессе носки или после стирки будет опускаться и скатываться внизу каждого отдела. Также следует обратить внимание на маркировку. В ней указана страна изготовителя, как стирать и ухаживать за изделием. В рекомендациях по уходу вы узнаете, какому режиму стирки подлежит пуховик – ручному или машинному. Отжим для таких изделий должен быть ослабленным для предотвращения повреждения верхней ткани. Важно помнить, что в зависимости от ткани, в том числе и цвета, на изделии могут оставаться разводы и затеки. Владимирцы на похолодание отреагировали спокойно. Рассказывают, что в наших климатических условиях зимние пуховики – самый комфортный вариант верхней одежды. Ну, мне удобнее в пуховике. А почему? Легче, наверное. На что обращали внимание? Ну, скорее всего, на цвет и на длину. Даже чуть-чуть не устроил, но в принципе устроил. Подлиннее, да, выбираете? Хотелось подлиннее, да. Ну, с возрастом уже как-то хочется утеплиться с головы до ног.